Тольятти отметил свой 281-й день рождения. В трех районах – Автозаводском, Центральном и Комсомольском – работали праздничные площадки. Викторины, мастер-классы и театрализованные представления. А уже после 17:00 – концерты с участием известных коллективов Самарской области. Всего вечерние мероприятия собрали более 60 тысяч человек. По традиции праздник отметили еще и по-спортивному. Состоялось открытие 17-го детского фестиваля гандбола. Участники прошествовали по улице Юбилейной. 150 команд со всей России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Луганской Народной Республики и Казахстана. Ключевым праздничным мероприятием стал концерт у Дворца спорта «Волгарь». Руководитель области поздравил тольяттинцев с днем рождения их родного города. Сегодня Тольятти – это, как и прежде, мощно, динамично развивающийся город. В разных отраслях. Это инжиниринговый центр, это инновационный центр, это город, где закладывается экономика будущего, будущего не только города Тольятти, но и всего региона. Именно здесь, в технопарке, в особой экономической зоне, открываются новые высокотехнологичные предприятия, открываются новые рабочие места, создаются технологии будущего и внедряются в настоящее. Я уверен, что традиции города будут сохранены, а традиции у города победные.